Всем привет, ребят! Не будем затягивать видео. Сейчас я вам покажу, как шифтить в Standoff 2 на эмуляторе. Нажимаем редактор управления правой кнопкой мыши на джойстик, где написано модификатор скорости. Нажимаем и пишем Shift. Ну, нажимаем на клавиатуре Shift. А где радиус 1, пишем значение 4. Закрываем, сохраняем. И все. У вас работает Shift, смотрите. Вот, при нажатии Shift у вас шифтит. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.